Церковь Венгрии в некотором плане пережила то же самое, что и Иерусалимский храм, не осталось камня на камне, но причина была иная. Причина была, о чем мы слышали в Писании. «Придет время, — сказал Христос, — когда будут вас ненавидеть и будут гнать вас». И так произошло и с церковью Венгрии в полной мере. Некоторые церкви отчасти закрыли в сталинские времена. Хрущев хотел довести дело до финишного конца. Некоторые хвалят его, но не все знают, наверное, что он обещал в 80-м году показать по телевизору последнего попа, последнего священника, и с 80-го года должен был настать коммунизм. Но вы знаете, вот и в моей судьбе, так сказать, улыбка Господня над этими хрущевскими словами имела место быть. В 81-м году я пошел учиться на священника, а Хрущева уже давно не было у власти. То есть он в 80-м обещал уничтожить всю церковь, а в 81-м году наши церкви послали учиться от этого прихода. Так что сильные мира сего могут заявлять и думать, и предполагать, и даже делать. Но человек предполагает, а Бог располагает. И то, что не осталось камня на камне, не осталось ни одного храма действующего, это не осталось в тени и в забытии у Господа. Через 40 лет начал действовать первый храм здесь, на земле Венгрии. Это этот Пушкинский храм. Ровно 40 лет. В 37-м году были самые большие гонения. И прошло 40 лет, в 77-м году эта церковь была открыта. Как израильский народ 40 лет пребывал в пустыне, сразу в пустыне, так и наша церковь, наши приходы странствовали по пустыне бесцерковности здесь, в этом регионе родном. И через 40 лет Господь вернул нас в землю обетованную. И дальше больше, на сегодняшний день уже более 70 приходов. И церковь служит на 10 языках. На 10 языках.